Настоящим коммунальным бедствием обернулись новогодние праздники для жителей одного из домов в Заволжском районе Твери. Подвал пятиэтажки на бульваре Шмидта оказался затоплен водой. Попытки жильцов привлечь к решению проблемы аварийные службы на протяжении нескольких дней ни к чему не приводили. И лишь когда к ситуации подключился наш телеканал, дело сдвинулось с мертвой точки. Подробности в материале съемочной группы Тверского проспекта. Видите, опять потолок сырой. Вот. Разводы. Хотя все время у меня приоткрыто окно. Обои все отрываются. Вот. Черные от плесени стены, отваливающиеся обои и стойкий запах сырости в квартире. В таких условиях, рассказывает пенсионерка Валентина Артемьева, она вынуждена жить последние несколько лет. Виной тому регулярные затопления подвала в ее пятиэтажке. Последнее случилось совсем недавно, в начале января. Вода в подвале стояла, что называется, по колено. Коммунальное бедствие заснял на видео один из жильцов. Наша служба опасна и трудна. Вот я иду. В резиновых сапогах по всему дому. На Новый год мы ходили, как это, проходили как сквозь канализационную трубу в подъезде. Парение вот из слуховых окон все постоянно шло, да? Запах канализации идет. В общем, сырость. У нас, посмотрите, у нас зеленые, вон, заросли уже, что это, плесень. Как рассказывают местные жители, сначала на место ЧП были вызваны сотрудники управляющей компании «Эконом», которая обслуживает дом на Шмидта. Однако сотрудники организации, говорят жильцы, только развели руками. Открыли дверь, мастер пытался зайти и вышел с такими словами, что я дурак, что ли, полезу туда. Меня стукнет там электричество, потому что там вода стоит по колено. По словам представителей УК «Эконом», с ними наша съемочная группа связалась по телефону, причина постоянных затоплений – забитые канализационные колодцы. Прочищать их должны специалисты Тверьводоканала, которые были вызваны на место коммунального ЧП два дня назад. Частично стоки были прочищены, но хватило этого на пару дней, рассказывают горожане. И по состоянию на утро 11 января вода вновь поднимается, печально констатируют местные жители. Они приезжают, аварийный водоканал, они прочищают 25 метров, и эти 25 метров хватает на два дня. Она забивается, и все потом опять продолжается. В свою очередь, в Тверьводоканале нашему телеканалу сообщили, что проблема со стоками действительно существует. Однако даже в таком состоянии справляться с канализационными выбросами они могли бы. Регулярные затопления подвального помещения, считают в водоканале, происходят по причине того, что внутридомовые сети находятся в ненадлежащем состоянии. А это, отмечают в организации, вотчина уже управляющей компании. По факту осмотра подвального помещения было обнаружено, что внутридомовые сети, которые находятся в зоне ответственности управляющей компании «Эконом», находились в ненадлежащем состоянии. Ревизии были открыты. Поэтому все, что работали, все, что, естественно, все стоки по водоотведению, они все текли в подвал. То есть они стекали не в канализационную сеть, которая обслуживает Тверьводоканал, а непосредственно в подвальное помещение. И подобные затопления, отмечают в Тверьводоканале, будут продолжаться и в дальнейшем, если внутридомовые сети не будут приведены в порядок. Этого жильцы дома на бульваре Шмидта должны добиваться от своей управляющей компании. В настоящее время жители готовят обращение в прокуратуру, а также планируют обратиться в Роспотребнадзор по факту ненадлежащего оказания коммунальных услуг. Мы продолжим следить за ситуацией вокруг дома номер 37А по бульвару Шмидта, а также будем в дальнейшем информировать вас о том, как грамотно решать подобные коммунальные вопросы, рассказывать об этом в наших передачах.